Следующее интервью у Дудя с Саней. Так, еще раз, можно начальную? Сколько ты зарабатываешь, чтобы эту съемку организовать? Ебать, 400 рублей. Начальная, да? Да. Готов? Издержки профессии. Камера пишет. И... На кадре вален. Понятно. Вот та оптика, которая делается под S35, специально. Был рев на фильм, помнишь, типа там роза и девушка лежит вот так. Убираем. Я уже нормально тогда могу с головой вот так вот крутиться. Уже да, стоит. Мы спот поставим на фон градиентный круг, помнишь, да. С цветом, с каким-нибудь любым, похуй это вообще. Уже, да, красненький, не красненький. Вот это хорошо. Да. Нам надо как-то модели вместе, поэтому заснять вдвоем. Поэтому надо как-то более общий свет, а не только одна полоска. Сейчас стоит 60, представляться не в камеру. Сейчас что? Тебе сейчас прибор поставить, потому что ты прямо в камеру. Эскот может сейчас? Да. А вот это ты забираешь себе из Стича. Нормально пойдет? Вообще отлично. Да, да, вот так. А, нет, другой другой. Так, скидывай. Можно тебя попросить взять мой нанолайк? Систенд. Тейпл нанолайк к системду. У тебя крепежа нету. Может быть, кстати, и есть.
Ну, и, по-моему, даже палец есть. Максимально его вытянуть, насколько это возможно. Может, еще один экстеншн. Центровой? Да. А здесь у нас будет 60-ка от пены. Зачем я половину своей месячной зарплаты за эту голову отдал, как думаешь? Чтобы вот такой кадр, ради одного кадра все это делать? Конечно. Тебе за этот кадр премию должны дать. Да, растраты года. Если продам NFT... Есть варик, ну, конечно, он и есть. Карин, давай вокруг раскидаем мох и уберем пленку, чтобы ее не было видно. Есть такой вариант у нас? Ну, я понимаю, как будешь готова. Как будто бы хочется контраве и вот оттуда его запустить. Вот. Да, я по рисунку. Контровой ок. Контровой ок. Я бы сделал бы 60-ку немножко вот оттуда. То есть давай где-нибудь, вот где мусорный мешок стоит, ну, который с вещами. Чуть-чуть правее, где-то на метр от него. То есть боковой, профильный. Вот отсюда, может, 60-ку ставим. Или сюда. И давай прям повыше, по лучу ее поднимем. И узкий луч сделаем, чтобы как будто бы он падал у нас чисто на камень. Ну вот, в принципе, ты сейчас с задачей справился, ты правильно все сделал. А вот этот контровой нижний, давай его оставим. Становится темнее, потому что... Чисто когда продаешь свою барахло на ВБ, но не хочешь казаться, что типа я не такая, как все ребята. Блин, все на бы самом... объявления на Авито такими были. Да, да. Ну мы на самом деле для каталога Wildberries сфоткаем. А, нормально. А я чисто бэкстейдж снимаю. Я просто хотел распродать старые шмотки и такой, типа, давайте прод. А на шмотки никто не смотрит, а на красивую девушку посмотрит. Да. Шляпка 100 рублей. В итоге из этого... Объявление. В итоге из этого всего купят только вот пару зажимов и все. Чтобы ребята сейчас зашли... Сань. Чтобы ребята сейчас зашли и сели. Я вот этот кадр сделаю. Надо потренироваться, чтобы ребята не сели. Давай потренируемся как раз. Сюда. Теперь я осветитель. Осветитель, а кем был по жизни? Волком. Волком? Да. Почему? Детство? Мне так сказали. Но вообще-то я предприниматель. Пожалуйста, лучиком, чтобы попадало на актрису. Давай сначала, да, контровичком я займусь. Поставь на Настю, пожалуйста, рисунок, когда это у нас стоял. Можно прям полосочкой на Настю, чтобы на цветок не попадал. Сюда сесть. Вас тут... 30 человек. Я хочу прям на камень. Тут либо... Вот сюда же. Можно жопой сесть? Давай сюда. Смотрите, вы сейчас с Гошей. Гоша будет идти оттуда сюда. Да, давайте сейчас порепетируем. Я посмотрю, как по камере. Лиз, по тебе. Когда камера, я скажу, начали, у тебя голова опущена, а потом аккуратно как будто сверху вниз на камеру смотришь, свысока. Ты сначала смотришь вниз, приподнимаешь и смотришь на камеру.
Как будто мы записываем с вами альбом Kanye West, что-то типа такого. Давайте попробуем. Мне нужно вспышки. А давай. Обратно. Тебя опять снипет снимает. Да что ж такое-то? Да, меняем его. Отлично. Не, реально, я тебе клянусь, я ни одну схему света не... Все, полная импровизация.